вспомнил сейчас, как садки были популярны. Стереодеки. Сейчас называют бомбоксы. Шарп 3 пятерки, шарп 3 семерки. Такие здоровые, огромные. Дуры такие. Даблкассетники. Вот. И цена у них была веселая тоже. Но сейчас он стоит где-то в районе 700 баксов. Можно купить новый в коробочке. Шарп 3 пятерки за 700 баксов можно купить. По тем временам как раз такая цена, учитывая то, что это, так сказать, раритет, то, в общем-то, не такая же плохая цена. Но вот что мне надо реально? Что мне надо реально? Это аппарат уровня хай-фай. Ну, можно хай-энд. Ну, хай-энд не получится, видимо, все-таки это цифроаналогопреобразователь. Поэтому хай-энд это маловероятно. А вот хай-фай, хороший хай-фай. Это вот что. То есть встраиваем в домашнюю, так сказать, систему аудиостойка, где стоит хороший классный усилитель, вот, с хорошей классной акустикой. Пускай там будет кассетник. В смысле, не кассетник, а CD-плеер, там, как, так сказать, как ретро. Вот. Но самое главное, это классный вот такой вот Wi-Fi, так называемый ресивер. Wi-Fi ресивер. Какова его функция? Ну, прежде всего, конечно, это отличный тракт преобразования из цифры в аналог. То есть, отличный тракт. То есть, должен такое качество быть, очень супер качество такое. Вот, самое главное, конечно. Далее, это перезагружаемая операционная система, то есть имеется в виду, что я могу делать, upload операционной системы, там, загружать туда новые андроиды, там, вот, в-третьих, огромная память, то есть, допустим, терабайтник жесткий диск, тоже круговерть такая мощная где-нибудь на 7200 оборотов в минуту, 7200, мощный такой. И красивый дисплей, чтобы он подсвечивался, и вот это вот, и специально, так сказать, какая-нибудь программка такая андроидовская, которая позволяла бы мне использовать его и как Wi-Fi Android, так сказать, как Android-систему, чтобы там, так сказать, я мог что мог делать там, ну, наверное, читать книжки вряд ли я буду там, ну, какие-то там виджеты ставить на экранчик, там, чтобы там мне показывал погодку, вот, красивенько так, облачка, там, что-то такое вот, чтобы он показывал мне, так сказать, возможность просмотра папки, которую я выбираю, чтобы в этой папке у меня хранились блоки, так сказать, классного MP3 этих самых дисков, которые я там где-то скачиваю, набираю, у меня там огромная коллекция MP3 такая хранится, бешеная, на 1 терабайт, там просто можно с ума сходить, безо всякого, так сказать, видео, просто аудио, не надо мне видео, вот, видео, это уже отдельно, пускай будет MP3 видео, такая же тоже стойка для видео, но, как правило, видео, оно не нужно для хранения, а вот аудио нужно для хранения, ибо они все хотят денежки за это, вот, а тут я скачал, положил и все, так сказать, и мне по барабану. Также, чтобы я мог подключаться к радиостанциям, текущим в Америке, там, в России, где угодно. Тут же мог раз подключиться на Wi-Fi радио через интернет, естественно, потом взять на себя, чтобы у меня он работал в режиме радио станции. При этом, чтобы у меня был интерфейс управления уникальный, чтобы, допустим, он был как на
самой этой стойки, внутри, так сказать, этого блока, так, допустим, я мог подключиться по HTTP к нему удаленно где-то как-то так, раз, с другого компьютера, допустим, или сидя на толчке, там, беру свой Android, там, какой-нибудь там ноут, или там все что угодно, или там просто с компьютера, по HTTP, хоп, к ресиверу подключился к этому, он раз, мне так, показывает полностью весь этот интерфейс, который там на экране, я могу в онлайне, так сказать, поуправлять им. Вот. Чтобы это все-таки была, поскольку это аудио Wi-Fi дека, чтобы в нем была возможность подключения микрофона. Чтобы была возможность подключения обязательно микрофона. И, так сказать, запись. Запись. Вот. Чтобы там была возможность караоке. Караоке, чтобы я мог войти в режим караоке, запустить MP3, караоке, чтобы я мог микрофон петь, то есть миксер. Там нужен нормально, чтобы можно было микшировать микрофонный звук и записывать себя. Вот. И все это, чтобы можно было опять-таки удаленно управлять этим с других, с разных мест. Или там, допустим, давать ему статический адрес. Это же дело техники. И можно там откуда-то издалека войти, так сказать, в эту деку, включить микрофончик. Или там включить этот самый, как его называют, спикерфон и поговорить. «Как дела там дома у меня? Нормально?» А тут муравьи отвечают: «Хорошо, все, сожрали уже». Вот. И это раканы тоже там говорят: «Хрю-хрю-хрю-хрю». Ну вот. И, в общем, так можно было бы что сделать еще. Также к этой системе мне бы хотелось бы иметь бы. Чтобы у них был свой внутренний канал хороший. Не общий Wi-Fi, к интернет подключению, а, так сказать, канал, так сказать, опять звонит телефон. Вот, чтобы был у него свой внутренний канал работы с активной акустикой. Допустим, вот он у меня работает в одной комнате где-то. Колбасит там, музыка играет. А у меня 50 комнат в квартире. 50 я загнул, но пускай будет 48 хотя бы квартир. И в каждой комнате стоит у меня активная акустика. Разного размера, большого, маленького, среднего. Вот. То есть это колоночки и Wi-Fi ресивер. Но пускай у него, у этого Wi-Fi ресивера будет свой внутренний прием передатчик на какую-то свою внутреннюю частоту, которая сможет передавать звук на все вот эти активные ресиверы в каждой комнате, но беспроводные. То есть мне не надо вести проводку эту несчастную, вот так вот. Я прям сразу раз хочу, я ставлю там музыку, так сказать, и чтобы я мог управлять каждой активной вот этой системой, каждая активная система акустическая в каждой комнате мог управлять тоже из этого, так сказать, онлайн этого самого интерфейса. То есть раз я так подключил эту активную систему, она хоп, там как Bluetooth, допустим. Раз там нашлась на этом Wi-Fi ресивере, на главном, который стоит в главной стойке, хоп, нашлась, вот так пук, показал, хоп, я подрегулировал громкость на этой системе. Вот, и, допустим, я взял там, понизил громкость в других комнатах, а в этой комнате повысил громкость. Вот, чтобы у меня была абсолютная, так сказать, независимость от проводов. То есть стоит где-то Wi-Fi ресивер, он ловит ту, что нужно мне радиостанцию. Я в любую комнату переключаю, так сказать, передачу сигнала, либо во всех комнатах делаю одинаковый звук, то есть у меня во всей квартире играет музыка. Я хочу, допустим, в ванную быстренько подогнать себе такую же штучку, я покупаю маленькую активную систему с маленьким, так сказать, недорогим, может быть, на батареечках, а может быть, не на батареечках, тоже активная система, я положил, он так, чик, он тоже там нашелся, и у меня в туалете тоже заиграла джазовая музыка какая-то там, или не джазовая, неважно. Вот, чтобы все это было вот так вот, чтобы система такая вот беспроводничковая работала, так сказать, и все управлялось издалека, и чтобы это можно было быстренько раз, так, оп, и подключиться, и настроиться в каждой комнате. Вот. И чтобы, естественно, на самой, на этой акустической системе, которая активная, чтобы там тоже была регулировка громкости.
Вот, чтобы они так же спаривались, как Bluetooth. Но я не знаю, позволит ли Bluetooth сделать такую хорошую передачу вот, частоты, к примеру, если мы берем уровень high-end, там, ой, hi-fi там даже, допустим, сможет ли он на частоте Bluetooth передать, там, не знаю, частоту, к примеру, оцифровки. Вот, ну, 120, нет, он сможет, конечно, передать, если это будет там сигнал, к примеру, в эту активную систему передаваться, не, ну, в смысле, активную акустическую систему, если он, там тоже будет стоять цифроаналоговый преобразователь, тогда эта система может по Bluetooth получать сигнал именно, но полоса пропускания там тоже сомнительная, ибо если их много, то каждый должен работать. То есть тут надо считать. Надо считать, смотреть, изучать. Ну вот, такого плана штучку бы заиметь. Было бы очень круто. Чтобы там динамики были, допустим, в этой активной системе. Не просто круглые там какие-то раструбы. А чтобы это была такая длинная линеечка такая. Чтобы можно было так раз под пол кровати так раз положить там. У тебя там музыка играет. Что еще хотелось бы? Что еще хотелось бы? Еще хотелось бы добавить к этому, конечно же, видео не нужно. Видео не нужно, ибо видеосигнал можно скачивать прямо напрямую с интернета. Благо, он сейчас есть. И потом фильмы все-таки один раз посмотрел больше. Их смотреть не хочется. Ну, на телевизоре, да, на телевизоре он нужен, вот этот вот Wi-Fi видео, доступ к Wi-Fi видео ресурсам, там, чтобы на телеке сразу загрузил там какой-то там телевизионный канал, там раз, там цифровой телевизионный канал по Wi-Fi, раз у тебя пошел там работать, он не надо тебе никаких там кабелей тянуть и так далее, и так далее. То есть, это вот тема важная, важная очень. Вот, что касается интеграции с другими гаджетами, например, какие гаджеты могут быть востребованы на такой системе, вот аудио Wi-Fi, как говорил, такая множественная такая, с разветвленными активными системами по комнатам. Какую можно интегрировать систему, допустим, из гаджетов пошла бы на эту тему? Наверное, пошла бы какая? Пошла бы, конечно, система телефонных переговоров. Телефонных переговоров. И пошел бы Skype, конечно. Пошел бы Skype. То есть, у меня во всех комнатах стоит активная эта система. Вот. Но тогда там нужна уже такая система, чтобы там уже был, так сказать, и видеосигнал. И видеосигнал. Но это как опция. Можно сделать активную систему вот эту, чтобы она была как бы еще и как видеосигнал. То есть, я получаю в любом месте звонок Скайпа в этой активной системе, поднимаю трубку, и дальше я иду по всей квартире, разговариваю, меня везде слышат, все синхронно, все, так сказать, классно, везде видео отображается. Вот я иду в этой комнате, он на меня смотрит, потом раз, в другой комнате, он постоянно видит видео активное, где я шевелюсь. Вот я хоп, допустим, у меня сигнал, аудиозвук мой с одной комнаты, вот тут самый сильный, раз, включается здесь видео. Потом я иду в другую комнату, перехожу, раз, там, он, там уже сильнее сигнал аудио. Эта система понимает, здесь она отключает видео, там включает видео. И получается, что как бы я хожу по квартире, а человек меня видит, как я с**ю, как я жру, как я сплю. То есть вот такой вот, так сказать, вот. И мы с ним общаемся, ходим, он там ходит, общается, мы все видим, так сказать. Вот это интересная тема, кстати, вот такого я еще пока, как говорится, не видел. Вот бы там кто-нибудь дал бы где-нибудь миллиончик долларов, мы бы его освоили бы. Я думаю, сделали бы такую систему. Всего лишь миллиончик, Владимир Владимирович, дайте нам миллиончик долларов. И мы весь мир завоюем. И еще, что важно, чтобы вот когда, чтобы у каждой активной системы такой было еще какое-то такое устройство слежения. Слежения. Либо это инфракрасные датчики, либо это ультразвуковые датчики движения, либо это система, так сказать, аудиослежения, то есть по силе звука какая-то система, поскольку это, как правило, будет система, состоящая из двух колонок, из двух динамиков, то там можно ставить и
микрофончики, которые смогут определять месторасположение источника звука, вот, по которому можно, в принципе, и, так сказать, камеру направлять в нужное место. То есть камера тоже фокусировать на объекте, который бубнит, говорит. И вот я перехожу из комнаты в комнату, допустим, я установил, что у меня играет радио, там, Jazz FM. И я иду в другую комнату, а система понимает, что вот я только что был в комнате один, и вот я сейчас из комнаты один ушел, и там система автоматически приглушает звук на минимум. Я появляюсь в комнате 2, а в комнате 2 усиливает, и запоминает силу звука. Также можно, чтобы эта активная система, она тоже была хитрая, чтобы она могла иметь многоканальность, чтобы вот этот вот главный центральный модуль, который находится в активной деке, чтобы он имел систему многоканального звука. То есть, допустим, кто-то из моих домочадцев хочет не слушать джаз, хочет слушать рок. И он переключается на рок-волну, условно говоря, для него это как рок-волна, а реально для него это переключение на новый параллельный, ну, на параллельную программу, которая стоит на центральной деке, и она ему, так сказать, дает возможность управлять своими звуками, своей музыкой. И там генерируется сигнал на его активную систему. Вот. А еще было бы круто, если бы можно было бы по команде, так сказать, переключать джаз, так сказать, рок, раз, например, я сижу в этой комнате, слушаю джаз, приходит там какая-то там, так сказать, другая личность женского или мужского рода и говорит, так, рок, оп, он так сразу понимает, хоп, переключается на рок, и он уже управляет рок. Чтобы, конечно же, эта активная система, которая в каждой комнате располагается, также, чтобы эта система имела номер-набиратель Skype. Чтобы это был номер-набиратель Skype такой мини... Ну, возможность иметь такую некую видео-скайп-трубку. Чтобы такая была трубочка, типа такого плоского пульта, на котором есть видеосигнальчик, вот, и, значит, номер-набиратель Skype. То есть я могу его использовать как телефон во всех комнатах. И мне вообще не надо никакие провода. То есть я... Прихожу с этой трубочкой, хоп, я ее поставил, допустим, заряжаться в одной комнате А, потом могу в другой комнате Б. Она такая универсальная. Куда бы я ни пришел, она везде, так сказать, вот, она везде, так сказать, ну, подключается. Вот, к этому Wi-Fi сигналу и работает. В общем, вот что-то такое нужно, чтобы это было такое одно аудио, серьезное, такое вот мощное, такая вот мощная система, она не должна быть дорогой. Она может быть вполне недорогой. Но, по сути дела, она будет дорогой в зависимости от того, какую частоту преобразователя захочет он на центральной деке. Потому что, например, если сигнал будет цифровой идти от центральной деки на вот эти вот аудиоточки активные, он будет идти, конечно, цифровой. Но можно, конечно, делать и радиоканал. УКВ внутренний канал, допустим, на частоте те же самые 900 МГц, как работают эти вот телефоны, радиотелефоны. То есть на 900 МГц можно хорошего качества сигнал аудио передавать. Ну, на самом деле, фантазия безгранична, но вот иметь что-то такое, вот современное, которое можно вот так вот в одном месте поставить, подключить, и ты знаешь, что это у тебя аудиоцентр такой, где у тебя колбасится и... и радио ты ловишь, интернет-радио, и свои, так сказать, библиотеки звуков подключаешь, и караоке поешь. В общем, такое что-то нужно мощное создать, вот-вот, и чтобы скайп там был как телефон, чтобы избавить людей от проводов. То, что нужны, значит, человеку какие провода? Нужны только провода 220 вольт, все. Все остальное, эти провода там, антенна, она не нужна, поскольку вот если телевизор будет хранить себе Wi-Fi ресивер, то телевизор просто подключился на этот Wi-Fi ресивер и все. А самое главное, жило подходит к центральному роутеру, который в комнате стоит, где там в коридоре. Мощный, хороший, дорогой роутер, там с хорошей полосой пропускания, там, и хороший канал Wi-Fi, который приходит от провайдера.
Все остальное, только 220 вольт в каждую комнату, так сказать, вот розетки сколько надо, вот и все. Подключил, все пошло там, так сказать, работать. У тебя есть и видео, и, так сказать, аудио, вообще нет никаких проблем. Ты сидишь и балдеешь просто. А еще очень важно, какой будет у нее, у этой системы будет голосовой интерфейс. Это тоже важная деталь, чтобы я мог зайти в комнату, сказать «Джаз», говорю «Список», или я говорю «Джаз», к примеру, и называю исполнителя «Бобби Калдвелл». Она раз так, я говорю «Список», и она мне говорит, какой список, так сказать, дисков есть. Такой-то, такой-то, я говорю «Прослушать», раз, она быстро мне, так сказать, зап такой, запинг дает. По 10 секунд каждой песенки, я говорю, стоп, играть, хоп, или говорю, диск. То есть, сделать нормальный звуковой интерфейс, чтобы я мог с этой системой общаться, не подходя к ней. И говорю, громче, тише, правый звук, левый звук. То есть, вот сделать отличный звуковой интерфейс, при этом этот гаджет стоит здесь, он качает как следует, хорошо мощу, там хорошие колоночки JBL стоят, какие-нибудь там навороченные, вот, а... При этом, так сказать, общение отсюда идет, я управляю им, даже мне не нужен пульт, я просто говорю, так сказать. Вот звуковой интерфейс, управление голосом, это песня вообще просто. То есть я лежу, так говорю, так, я говорю, джаз. Система говорит, ту-ду, я говорю, список, она мне говорит, Бобби Калдвелл, там, Дженнис Джаплин, какой-нибудь там Брайан Макнайт, то есть кого я определил как джазовый исполнитель. Там же в MP3 еще так же и прописывается, какой, так сказать, это стиль музыки, какой стиль музыки, да, жанр музыки там прописывается. Она, то есть она может как-то и сама подсказывать. Я говорю, окей, Бобби Калдвелл, она так, тык, я говорю, список, она мне говорит, там диск А, там диск Б, я говорю, запинг. Она раз так, тык-тык, и пошла там. Одна музычка проиграла, 10 секунд, вторая. Я говорю, там, допустим, стоп. Я говорю, диск. Хоп, играет. Хоп, я говорю, так, я говорю, плейлист. Хоп, она как говорит, плейлист. Ту-ду-у. Я говорю, Бобби Калдвелл. Я говорю, добавить. Хоп, плейлист добавил. Сформировал себе плейлист, не уходя, так сказать, никуда прям звуком. Она четко все делает, я говорю... Я говорю, играть, все. И говорю, команда, допустим, дежурный режим. То есть, это когда я из комнаты в комнату перехожу, она сама понимает, что я пришел в эту комнату. И... Причем хорошо бы, чтобы она понимала, что это не просто человек пришел в эту комнату, а что это именно я пришел в эту комнату. И чтобы можно было, она определяла, что это именно я пришел, чтобы там еще было какое-то распознавание минимальное, так сказать, что как бы похоже на то, что это я пришел. Или какое-то там чипование придумают, чипование там, не знаю. Но это уже супер изврат. Но вот все, что можно накуролесить, вот просто вот накуролесить такую мощную такую аудиосистему, блин, это будет так здорово вообще. Песня!